Привет всем, с вами Леха. Сегодня такое видео, ну скажем так, в общем, распаковка. Сегодня пришло с Валберс у меня стружка отсос. Сейчас покажу. В общем, такая вот саска пришла. Сейчас распакуем, посмотрим, что вообще пришло. Ну что, дорогие друзья, вроде все, будем тестить. У меня тут, скажем так, на подходе вот такая вот стружка. Сейчас посмотрим, как он будет здесь справляться. Скажем так, не особо, потому что забиваю стружкой. Может быть, сильно много я давал.
Может, надо по чуть-чуть. Ну, что я могу сказать, как бы всасывая неплохо, когда руку прижимаешь к этому, к шлангу, так она аж туда садится больше. Как бы всасывание неплохое, но если что-то крупное, то как бы надо давать время, чтобы он, как бы, ну, наверное, прошло по трубку. Может, если бы труба была потоньше, может быть, он бы еще лучше всосал бы. Тут уже я не скажу. Ну, пока вроде все нормально. Сейчас посмотрим. Ой, сейчас посмотрим, что там внутри робится. Что там у нас внутри? Сколько всякой. А, вполне вероятно, фильтр уже забился пылью. Поэтому, может быть, и слабее смог, что уже. Потому что фильтр реально вещь в пыли. Вот, поэтому, если кто-то будет такую вещь покупать, как бы смотрите на то, что фильтр надо, скажем так, почаще смотреть. Ну, то есть, как грубо говоря, насосало 50 литров. И смотрите. Вот как бы. Половину бочки насмоктал. Вроде бы особо не смоктал ничего, а пол бочки. Вот. Поэтому как бы, ну, скажем так, если по 10-бальной шкале, то, ну, скажем так, на девяточку. Все-таки и то снимаю одно очко именно за то, что, ну, как бы шланг толстый, не везде подлезешь. Вот. А так в целом все прекрасно, всасывая нормально. Ну и вот фильтр надо очистить, как бы вот бочку грубо насмоктало, и его снимать и выбивать, потому что он просто-напросто уже просто смоктать он не будет, потому что весь в пыли, весь забитый. Вот, поэтому как бы, вот, ну, то есть очко снимаю, грубо говоря, только за шланга. Мне кажется, если бы шланг был потоньше, было бы удобнее. А так он толстый, неповоротливый, не особо делает, залезешь. Вот, поэтому как бы вот, короче, девятка с 10, по 10-бальной шкале. Именно из-за шланга. Лучше поставили, допустим, потоньше в два раза, ну, длиннее в два раза. Было вообще супер. Вот реально. Я сейчас трошки попробую смодернизировать. У меня есть шланг просто с пылесоса. Попробую подсоединить на наконечник обычный шланг и посмотрю, что получится. Ну, если получится улучшить, то я, конечно же, вам покажу. Итак, дорогие друзья, сделаю небольшой апгрейд. То есть шланг с пылесоса, обычный пылесос шланг, но в эту не подходит переходник. Получается, наоборот, в ручку запихнул, как раз четко, хорошо зашло. Всасывание, скажем так, не изменилось, но зато удобнее стало держать. То есть вот держишь, как бы, и пылесосишь. Потому что когда таким большим толстым шлангом, он неповоротливый. Сейчас вот у меня как раз здесь есть
место, где вообще кошмар, никогда не убиралось. За концом наконец-то парады будем в мастерской. Вот. Так, там видно вам, не видно. Вот, что там творится. Сейчас попробуем это дело все пропылесосить, убрать, потому что так убрать просто невозможно. Ну, само собой, шланг удлинился. Пленку захватывая хорошо.
Ну вот теперь нормально. Скажем так, мощность всасывания чуть-чуть стала меньше, но зато вы посмотрите результат. У меня все чистенько, наконец-то. Еще, конечно, здесь я поработаю, но зато уже, ну, елки-палки, уже красота. Вот, поэтому как бы без проблем с таким вот. То есть, если кто-то будет покупать такую саску, либо сразу можете найти вот такие вот шланг потоньше, его просто-напросто можно переходник вот вообще туда поставить, чтобы шланг был именно вот такие тонкие. Вы как видели, им спокойно можно залезть в любую, куда угодно, вот, скажем так, и аж он туда аж залез. Вот, и туда залез. Вот, и везде, можно сказать, пролезешь таким шлангом. Просто таким вот большим, толстым, он неудобный. То есть, получается, по факту, я его сейчас где-нибудь определю, чтобы он уже стоял постоянно. И вот этим шлангом будет вся уборка идти. А может быть, потом посмотрю, может быть, я вообще поменяю. То есть, переходник туда воткну и... Вот даже интересно, сейчас попробую что-то схимичить. О! А там, ну, как теперь будет? Скажем так, небольшой апгрейд. Просто если вот сейчас будет с этим шлангом будет прекрасно все работать, то тогда просто тупо ищу вот такие шланги, еще один дотачиваю, чтобы он был длиннее, и все. Ну, посмотрим. Что могу сказать? Практически одно на одно. Что с большим, что без его. То есть практически одинаково. Ну, может быть, теперь уже просто фильтры забитые. Потому что уже, если никак не крути, уже там... Я думаю, что уже там дофига. Сейчас посмотрим. Фильтр полностью забичкованы. Поэтому вполне вероятно, сейчас я одно, сейчас, чтобы было видно. Казалось, видео было будет маленькое, а получилось не маленькое. Все поставить, чтобы удобно было. Но вот этот фильтр уже не видно ничего. Попробовать вообще его снять. Ну, как бы, что и требовалось доказать, половину, считай, почти целый отсек опилок. Сейчас я его вынесу и попробую на тонком шланге на пустом, как он будет тянуть. Можно просто
может быть, просто он уже забитый. И поэтому он уже не хочет больше, скажем так, работать. Сейчас посмотрим, когда он чистый. По факту, посмотрите, как он присаживается, когда давление даю. Сказать, после такой продолжительной работы даже, скажем так, шланг не это самое. Ой, не сюда. В шланге даже ничего нету. Что-то там есть? О, кусок коры только. То есть, а пропылесосил я так немало. Ну, скажем так, одно на одно. Ти с толстым или с тонким, как бы всасываемость одинаковая практически. Но с тонким удобнее, что можно подлезть везде. Но по тяге, скажем так, одинаково. Ти с тем. Сейчас посмотрим. Вот я сколько пылесосил только что. О, сейчас попробую свет включить. Вот, фильтр опять забитый весь. Вот, половину уже опять нахерачил. Извиняюсь. Половину уже сюда напылесосил. Вот. И получается, ну вот единственный недостаток еще в этом стружкоотсосе, что попылесосил и надо постоянно фильтр чистить. А так в целом, вот сколько я вот работал, грубо говоря, вот половину бочки, это 50 литров бочка, 25 литров, 25-30 литров. И шланг не забился. Что в этом шланге, вот, видите? Вот, и получается, как бы... Ну, то есть, этот шланг, ну... Мне больше с тонким понравилось. Не знаю, как вам, если будете кто такое дело покупать, то учтите на то, учтите то, что к нему идет толстый шланг. И, блин, ну, трудновато зим работать. Он, во-первых, дубовый, неудобный, толстый, тонким шлангом, вот с обычного пылесоса, намного удобнее работать и как бы и не застревая в нем ничего. Вот я сколько пылесосил, вот половину бочки уже насмоктало и ничего в нем нету. То есть можно продолжать работать. Ну, дорогие друзья, и все, что хотелось рассказать, показать, поэкспериментировать, все я вроде сделал. Решать уже вам, дорогие друзья. Надо он, не надо. Мне однозначно он не помешает. Потому что пыли, опилок, стружки везде полно. И как бы вот сейчас определю его где-нибудь, чтобы он стоял постоянно, чтобы легко было к нему доступ, чтобы был к нему хорошо, чтобы можно было его взять, прочистить, обратно поставить. Одновременно, чтобы он не мешал. Вот, поэтому как-то так.
Все, дорогие друзья, всем, кому понравилось, поставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Подпишитесь на канал, кто этого не сделал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом у меня все. Всем удачи, всем пока. До встречи на канале.